Привет, друг. Спасибо, что зашел на мой канал. Сегодня мы поговорим о новом турнире, добавленный в World of War 3 на 5 дней. Называется он «Шутка Джокера». Суть этого турнира заключается в том, чтобы получить победу, вам достаточно захватить 33 контейнера, которые вы можете видеть вверху, там где ваши ресурсы. Либо же вам нужно полностью снести базу противника и добить все его войска. Возможно, даже базу сносить не придется, ну, вряд ли. Надо будет снести все здания и добить всех юнитов до единого, тогда вы тоже получите победу. Ну, более надежный такой вариант — это, конечно же, сбор контейнеров. Для сбора контейнеров подойдут любые юниты наземные. Пехота, там, грены, снайперы, койоты, неважно. Любые наземные юниты собирают контейнеры. Они также собираются, как обычные контейнеры с ресурсами. Вы подходите и клацаете на него, он забирается. Либо же вы просто заходите в центр, точнее в радиус действия, в котором будет заполнение поля, и контейнер через там 2-3 секунды сам автоматически заберется. Так, как бы стандартная игра здесь с трех казарм, это естественно. Делаем побольше пехоты, дабы по максимуму собрать контейнеры в начале игры. Здесь у противника достаточно много пехоты, но это не суть важно. Как бы я уже понял еще с начала игры, что оппонент там недостаточно такой сильный. Хотя у него винрейт 70% и 16 ранг. Но в турнирах он как-то не особо себя чувствует. Также в контейнере, как вы могли видеть, крепость выпала. Вы даже если заберете контейнер, нет вероятности в том, что выпадет именно ваш юнит. Может выпасть также юнит соперника. Также советую еще вам ставить одно оборонительное здание. Не сразу, так, минуте на второй, желательно иметь бункер либо вышку. Потому что всякое может быть. Если вы не хотите глупые ошибки и проиграть из этого, то советую ставить вышку. Так, за сопротивление я играю пока что койотами. Это был мой первый бой такой разведывательный, что да как. Не знаю насчет, как играть, пока еще я не определился. Либо же идти вот в ранний раш, такой по карте, иметь обзор по всей карте, процентов 60-70 всей поверхности земли, которую возможно на карте занимать, чтобы был обзор, контролировать все ящики. Ну, есть еще вариант, конечно же, пойти в развитие. Ну, если вы пойдете в развитие, центр снабжения, третий штаб, на особо небольшом ранге, то вы можете лишиться ранних ящиков, которые даже могут сыграть вам вряд ли на руку, скорее всего, не на руку, так как оппоненту может выпасть какой-то усилитель, у него, допустим, там куча пехоты, он ее наспамил, у него усилитель атака техники, ну, атака пехоты, соответственно. Он еще на золотом бусте к вам приедет, и он вам разнесет кабину, как бы у вас там армия не была. Вроде бы безобидные пехотинцы, но урона у них будет, дай боже. Выпал мне мамонт уже, 7-я минута. Тоже неплохо, но у меня уже 23 ящика. Стараюсь перемещать войска, иметь максимальный обзор. Там у меня уже апается третий штаб. Уже апнулся. Выход. Естественно, вертекс. Ну и вот, как вы могли видеть, я забрал ящик. Выпали юниты моего оппонента, соответственно. Это как и хорошо, как и плохо. Вы можете открыть ящик, там где куча ваших войск, ему выпадет что-то годное, там какой-то град, не знаю, Зевс, и это вы ему, конечно, сметете за несколько секунд. А бывает такое, что ящик, иногда такое случается, на развертке пек забегает к вам за спину, берет ящик, и там могут выпасть там 2-3 грена. И они могут вам сломать даже какую-то электру или центр снабжения, если они слабо прокачаны. Как бы суть турнира — это в первую очередь сбор контейнеров для победы. Второе. Либо снести базу оппонента полностью, добить их юнитов. Вот у меня сейчас идет усиление пехоты 45 секунд. То есть моя пехота наносит больше урона. Это, соответственно, усиление я выбил именно с контейнера. Потому что с контейнера вы либо ничего не получаете, либо вам выпадают свои юниты, либо юниты оппонента. Также помимо усиления атаки пехоты есть усиление атаки техники, авиации, зданий. Здание наносит большой урон в обороне. Я открыла 33 контейнер, все, победа. На этом вот такой вот мой обзор турнира. Всем спасибо, всем пока.